Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Это снова я, Ткаченко Сергей, на канале GadgetX. У нас обзор или распаковка, или полуобзор BlackBerry 98.00 слайдер должен быть. Штучка, в которой он должен лежать, он не лежит. Он лежит где-то под ней. Вот сам телефон есть. В коробочке у нас тут наушнички есть. Наушники обычные. Такие 3,5 мм разъем. USB кабель есть. Еще зарядка есть. Вот квадратненький мануал и диск. Ну, все, больше в коробочке ничего нету. Так, телефончик наш. Вот он. Ножечка какая-то. Это, наверное, скорее всего, информация по телефону. У нас написано, у нас тут много. BlackBerry Touch 98.00 Modern Fingering. Вот такая бумажечка, вот такой вот у нас телефончик. Да, ну BlackBerry, конечно, как всегда на высоте. И телефон, наверное, выглядит солидно. Так написали, камера, вспышка. 3-5 разъем, такие вот кнопочки у нас выпуклые, гладенькие. Приятно, видишь. Экранчик, кстати, сенсорный у него. И также имеется кнопочка. Плохо так реагирует. Это самое хорошее. Работает нормально. Камера. Где-то там с снимать неплохо, для 5 мегапикселей вполне очень даже сносное качество. Ну, есть 5 мегапикселей, хорошо, по-моему. Что сказать, это же BlackBerry. Так, вот у нас номера-то. Вот такой вот у нас есть еще квадратурка. А, он, кстати, да, когда в разложенном состоянии квадратуры нет, он на физической квадратуре. Вот, а когда выходит сюда, то все вот нет. А нет. Она смс сейчас вот и тут тоже можно набирать. И тут тоже можно набирать. Такой вот. О, прикольно. Даже эта клавиша сенсорная вообще. Вообще круто. Интересно, интересно. Ну, телефон реально солидно выглядит. Такой увесистый. Хороший аппаратик. Что сказать, это BlackBerry. Очень раньше переворачивается. Вот так. Качество аппарата отличное, кнопочки приятные. У него щуп такие. Эту кнопку поселились для камеры. Да, это для запуска камеры. Она для спуска камеры. Чтобы делать фотографию. Ну ничего, такой у нас телефончик пришел. Качество вполне даже. Даже не вполне, а отличное. Это же BlackBerry. И такие вот у него еще кнопочки есть, прикольно переливаются. В общем, аккуратно на высоте. Классно. Всем пока!